7 8 Баскин бас. Пошли 1 2 3 4 5 6 7 Все, потом. Матя, баскетбол, первый номер. Так, через бедро. И выведение. А что это выйдем быстро? Макс, выведение равновесия, выведение из равновесия. Отсюда, пошли. Восемь раз, Сергей Анатольевич. Максим, вы и вы. Максим, по 5 раз. Максим, вы по 5 раз. 5 сингов, 5. Выводи. Покажи аккуратно бедро. Возьми аккуратненько бедро, сделай. Сделали? Просто как вы только заправитесь, я вам даю скоро. Саша, выше ручку, выше. Вот так, умница. Сделали? Забрали. Вот, их. Все, вам. Правую руку разорвала, через спину скорее. Вот так, вы? Да, Макс. По 8 раз? Да, по 8. 8 сингл, 8 грязных. Вам тоже самое, да. Берете с одной рукой вот этот кроссовок, да. Придерживаем. Вот, держи до конца, умница. Попробуй то же самое, только держи его за торт и руку. Все три. Вот так. Стой. Выше его и может. Еще подтягивай. Еще? Сердце. Тазом его. Да. Тарентович, 8 таз, 8 нормально? 8, да, 8 сюда. Да. Выше его. Хорошо, молодец, удержал. У него настолько выше. Да? Сейчас, настолько выше его. Как сесть, поди. А где таз выше его? Сделали? Да. Шпагат. Чуть-чуть шпагат. Отлично, Андрюха. Красавец. Да не бедро, а рука бедро. Бедро. Хорошо, Макс, смотри, сделали из свинки дрянку, хорошо, так, шпагат, Макс, раз, два, зацеп больше, раз, два, только
сильно ему ноги, чтобы таз этот не повредил. Сус.
Что, Санёк, летел? Так, не работает. Как тебе лень? Осторожно, осторожно, там. Стой, 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 попробуй. Я уже испугался, только без падения. Я даюсь ему, подаюсь. А? Да, ладно, поменять можно, сейчас пока что решил побороться. В принципе, мне хорошо. Матвей, стоп, не двигайся. Стоп, стоп, одну секундочку, не двигайся, не двигайся. Вот посмотрите, Ваня, смотри. Ваня взял, видите, захват сзади. И вот через грудь, если класть, больно, сразу летишь на голову, это. Вот смотрите, отпусти. Еще раз. Возьмите. Вот если. Нет, вот смотрите, еще раз. Вот это аж возьми вот так вот взял. Чуть-чуть отойдите. Вот так нельзя брать. Так ломаются пальцы. Берутся или так, или так. Значит, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить повыше. Видите, оп. И потом на колено встал. Идет бросок. Зацеп можно. Как? Зацеп, да. Если ты зацепишься, ты туда бросаешь, что? Можешь голову дать. Еще раз. Нет, руки надо поднять. Да, руки надо поднять. Теперь еще раз. Посмотрите внимательно. Здесь. Нельзя давать вот так. Если вот так дали, надо ходить вниз, вот это бросок делать. Постараться, видите. Можно немного. Можно даже вообще вот так руку поставить. Видите, здесь уже хоп. И через плечо идет. Если так взял, значит, что руки эти кверху, таз и вперед бросать. А да. То... Хорошо, Сима? Да? А без кулака? Тоже? Артур, впереди Мате, Артур, впереди к Денису, Саша, ты впереди к Шенри. Так, пока поехали, сейчас я еще раз поменяю. Так, пошли. Так, вы Мате. Еще раз, Петя Прадо очень. Новенький. Петя Мате. А, мне Петя. Да, Петя, идешь к Дану. Смотри, он высокий, выставь ты руку его, поэтому руки. Ванюша, идешь к Саше. Саша, аккуратненько. Саня, стоп, Саша. Еще раз, рука снизу должна быть. Подмышку, да. Понимаешь почему? Я тебе объясню, он маленький. Когда рука сверху, он приседает и низко, ты падаешь на него и ударяешь. Сашенька, еще раз, если низкий, рука снизу и поднять. Понимаешь? Повезло. Антус. Вот смотри, да? Красавец. Денис, ну так будь аккуратен. Отлично. Денис, у тебя болит? Ну. Колено? Нет, все равно. Вот это. Собрать? Да. Вот это. Вот это. Вот это.
Так, сейчас мы... Так, стоп. Вот Саша, перейди к Сербу. Денис, Макс, переходишь к Ване. Смотри, аккуратно на него не падай. Остальные пока так остаются. Артур, пока так остаемся. Хаджима. Да, с вами. Сербу-Вискун, Шендри-Боли. Остальные идут туда, садятся и ждут. Одна пара там, другая здесь. Дан Шендри, Дан Боли. Нет, Дан Артура. Артура сюда поставлю. Что, Макс, что-то ударился, болит все? Это нормально, ехать? Не, если что, ничего страшного. Ну. Шендри, туда. Мальчики, уйдите, пожалуйста, вон туда. Или туда сядьте, или там. Оттуда уйдите, там будут бороться сейчас. Угу.